55 лет рука об руку – это большой совместный жизненный путь, наполненный не только радостями, но также и совместным преодолением трудностей и невзгод. Сегодня, в солнечный день августа, семейная пара Андрея Андреевича и Марии Николаевны Онищук отмечает юбилей совместной жизни. Вместе они более 50 лет. На протяжении полувека они делят быт и создают уют. Вырастили двух детей, которые подарили им 5 внуков, а те уже одного правнука. По случаю юбилея совместной жизни Иван Абрамов наградил крепкую и дружную семью медалью. Обосновались, и вот так прекрасно у вас такой уголок, да, создали уютный для себя. Вот просто молодцы. Андрей Андреевич и Мария Николаевна считают, что главное в семейной жизни – терпение и желание понять возможности и желания другого человека, уважать его приоритеты и интересы. С тех пор, как познакомились, потом поженились, живем уже много лет. У нас дочка 69-го года и сын 72-го года, 5 внуков, 1 правнук. Слышать надо и слушать. Да. Вот всего лишь. Где-то промолчать, не надо сразу на дыбы-то вставать. Я тоже вот и своим, и внукам, и внучкам говорю. Я говорю, бывает. Она сглаживает все эти. Углы-то сгладить надо. Где-то промолчи, потом же по-своему все равно сделаешь. А сейчас даже думаем одинаково. Иван Абрамов поздравил семью с праздником, передал цветы и заслуженную награду. Пожелал Андрею Андреевичу и Марии Николаевне крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия, сохранять бодрость духа и радоваться каждому дню. Он отметил, что на таких людях, семьях держится не только глубинка, но и вся Россия. Ксения Смирнова, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».